Привидище! Это поездатые приключения, и мы продолжаем. Нас впереди ждет тоннель, будет темно, но у нас есть чудо-фонари. Поэтому полный вперед, въезжаем туда. Я сейчас сразу же включаю прожектор. И по идее нам не должно быть страшно. Я бегу сразу же вперед, проверяю. Опа. А что у нас, прожектор не горит? Не понял. А, вот включен, я его отключил, оказывается. Вот, да. Чего-то в туннель. Я не понимаю, как группа Луиджи живет здесь. Группа Луиджи живет здесь. Эй, эхо бы сюда. Было бы прикольно. О, первая наша жертва. Я тоже могу, в принципе, включить фонарик и подсвечивать себе здесь все. Туннель, конечно, длинноват. Я уже и забыл, насколько. Я недалеко от входа в подземном убежище. Мне стоит заметить. Давай, наверное, это и сделаем. Все, тормозим. Не, ну можно поближе подъехать, конечно. Тормозим. Вырубаем все. Робопёсель. Ты где? Пойдем, у нас для тебя есть работка. Оба. Мне в комментариях, кстати, еще писали, что будет, если на него навешать во все ячейки огнемет. Да что, это будет просто огнище полное, и он точно тогда меня сожжет. В прошлой серии он на это пытался сделать. Поэтому я не решусь обвешивать его чисто огнеметами. Лучше сделать для него модули, чтобы он более мягче стрелял. В комментариях еще также просили создать стол плотника. А то писали, что у тебя не все столы, у тебя не все верстаки, делай все. Ок, не проблема. Вот и стол плотника. Все верстаки готовы. Останется только вот этот перенести вот сюда, но мне сейчас с этим так лень заниматься. Так, значит, есть стремянка. Дельное описание. Размещение предметов на верхних полках больше не проблема. Ну, ок. Двойная кровать, вот ящики, наконец-то, тут тумбочки, стулья, вот про мебель, поэтому мне плотника-то и советовали сделать. Вот она вся мебель, где спряталась. Как бы что логично. Да, а вот, кстати, пошив одежды, пожалуйста, электрическая печь, это мы видели. Стол фармацевта, оружейный верстак. Уф, сколько тут всего интересного появилось-то, а? А я почему-то думал, что стол плотника это тот же самый верстак, что и вот здесь у меня стоит. Но нет, я был не прав. Тут просто компактный верстак. Ну ладно, мы сейчас здесь не за этим, мы за тем, чтобы создать модуль для моего робопса. Ну вот, наверное, первое, что я хочу сделать, это акселератор точности. Все, слитки есть, можно, в принципе, как это звать? Нет, стоп, я больше не хочу. Ну ладно, пусть делает. Акселератор точности версии 1.0. Готово. Это очень полезная штука, потому что пес на расстоянии 100 метров от зомби стреляет вообще капец как мимо и попасть не может. Это я еще в прошлой серии тестировал. Поэтому я продолжаю апгрейд и сразу хочу сделать акселератор версии 2.0. Этот модификатор на 100% улучшает стрельбу нашего робота. Это очень классно. И теперь нужно сделать стрельбу в голову. О, да! Теперь робо, убийца, пес, хедшотер готов. Пойдем сейчас загрузим в него все эти модули и пойдем тестировать. Значит, акселератор точности и стрельба в голову. Включаем нашего робопса. Следовать. И оптимальный. Все включено. Пистолет у нас есть, чтобы протестировать. Сумка с топливом есть. Топливо, кстати, надо подзаправить. Хотя нет, топливо не буду пока заправлять. В принципе, можно идти. Я готов. Робопес, давай-ка включим твой фонарик. Где он тут есть-то? Фонарик. Придется свой фонарик включить, чтобы найти его фонарик. Вот так-то. Все, погнали. Вон твоя первая мишень. Сейчас проверим, насколько быстро ты его вынесешь из пекаля. Иди сюда. Давай, давай. Ну, уже мечи стал стрелять, но все равно косит. Ой, как косит. Ой-ой-ой, боже ж ты мой. Даже модули ему не сильно-то и помогают. Это прям грусть, печаль. Ну, все равно получше стал стрелять. Он хотя бы попадает в этот раз. В
кого стреляешь ты там? В кого ты стрельнул? А, ты чухнул, что он живой? Ну все. Можно продолжать. Ага, тут закрыто. Тот дохлый. Мы же отсюда выйдем, когда ключ найдем. Так что идем сюда. Песель вперед, в атаку! Он, кстати, стал намного дальше дистанцию, да? Реакция работать на зомби. Ух ты, елки, хедом вынес. Это радует. То есть вероятность все-таки попасть в голову у тебя есть. Ну, хорошо. Идем дальше. Пожарник. В пятую точку ему прострел. Не понял. Я же, кстати, хотел модуль огнемета переставить куда-нибудь справа. Наверное, этим я сейчас и займусь, а то я точно, значит, тут сгорю. Вот сюда модуль, сюда сумку. Вот. Просто мне кажется, что если я вот так вот за роботом буду ставить прямо, то огнемет будет куда-то в плечо мне долбить. Ну и вероятность, что огнем меня не зацепит, повышается. А нашли тут деревяшечки и металл. Я сейчас предлагаю вернуться на поезд и сделать ускорение для нашего робопса. Потому что еще два модуля можно доустановить. Значит, третий модуль, который я хочу сделать, это ускоритель движения. Два слитка нам для этого понадобится. Делаем. Но пока слитки делаются, мы ускоритель поворота еще делаем. Есть. Забираем. Делаем ускоритель поворота 2.0. И, в принципе, все. Все основные модули, которые я хотел сделать, я сделал. Увеличитель вместимости сумок, он мне нафиг не нужен у меня. И так с сумками в порядке все. Так что сейчас будем устраивать забеги робопса. Физкульт, привет! Как говорится. Все модули готовы. Робопес, ты где? Песель. Вон он идет. Проверяем, значит. Песель, пошли. Бежим. Ну, то есть отставания серьезные, да? На 20% должен модуль поднять скорость робопса. Ставим. Пошли. Ну, я бы не сказал, что это прям увеличило его скорость. Честно, у меня такое ощущение, что модули не сильно работают. Во-во-во, он побежал. Давай, бежим. Бежим! Он, по-моему, обленился больше с этими модулями. Продолжаем оттуда, откуда увильнули, чтобы сделать модули. О, вода отличная, я как раз пить хотел. Сейчас вкинемся. Там еще в сумке много чего полезного было. Наконец-то ты допер. Что у тебя с ускорителем модуля? Чего он так плохо работает? Аптечку, ладно, не буду брать. В принципе, по всему остальному у меня в достатке. Опа. Вроде дохлый. Это фитоняшечка. Твою мать. Фух. Что-то я немножечко перенервничал. Офигеть. За кутками спрятались они. Ладно, я тут ничего шарить не буду. По материалу у меня все ок. Где? Восстал из зада! Жги его, песель! Че, и Машка откуда-то... Вот, и смотри-ка! Прикольно! Когда Машку поджигаешь, у нее волосяной покров на голове сгорает сразу же. Ох уж эти пожарники! Я раньше вообще не замечал на то, что у них волосы сгорают в первую очередь. Потому что волосы есть только, по-моему, у Машуни. Оу, сколько тут всего интересного. Но нам ничего пока не нужно. Тут сдохший. Я тебе уже полбашки отстрелил, ты чё? Мощный типок, а. Все-таки, что бы ни говорили, но ОМОНовцы реально звери. Ох ты, я в тупике! Да, без робопса меня бы здесь точно завалили. Надо аптечку заездить. Продолжаем исследование катакомб. Здесь мы были, нет? Нет, тут мы, по-моему, не были. Фонарь сирены горит. Что не очень круто. Карта туннеля. Мы типа здесь. А нам еще целую кучу всего пройти надо. Чтобы выйти вот здесь. То есть мы зашли здесь, а выйдем вот тут. А для этого надо вот так. И все, и вот так вот. Выходим.
Чё я там говорил насчёт огнемёта с правой стороны моего робопса? Нифига это не Фурыч. Моя идея провалилась. Тишина, говорю. Прям здесь стоял и ждал меня. Тут кто-то ломится. Да будет свет тебе. У вас же тут темнота была. А, это у меня от шлема светится. Вон, смотри, реально у машинки волосы есть. Но если мы ее подожгем, а как мы это сделаем? Никак. Робопса просто так заставить палять своим огнеметом не получится. Спускаемся вниз. Стой, дай-ка я гранатку туда кину. А то он так сидит там. Еще и с топором. Пофиг. А подожди, может его гранаты не берут? Нет, он точно труп. Так кровище разлетелось от мозгов. Мне всегда казалось, что вот эта штука может обрушиться. И... А она, по-моему, обрушится же, да? Не помню. Так давно играл, что уже не помню. Машку, Машку поджигай! Я в тупике! Эх, черт. Машка сгорела? Да, и теперь она без волос. Лысая Машуня. Тут не пройти. А, нет, можно. Но лучше сходить, наверное, вон туда еще. Там все проверить. А, тут закрыто. Где-то за угла. Я тебя и не заметил, что ты тут сидишь. Тихоня. Еще один полицай. Уровень повышен, и все благодаря робопсу. Блин, робопес, конечно, облегчает игру очень сильно, но и в тот же момент может тебе и поднапакостить. Например, перегородить дорогу вот в дверях, и ты не выйдешь, потому что... Вот видишь, я через него не могу проскочить. Ну или он просто может тебя поджечь в ненужный момент, и когда у тебя будет мало здоровья, и ты все, будешь шашлычком для зомби. В ящиках ничего интересного. Идем дальше. Блин. Ах. Робопёс, ну почему ты не можешь идти впереди, а? Я бы так этого хотел. Ух ты! Ух ты! Как мы его быстро завалили. Хватит долбить в двери! А тут даже не... С другой стороны не открыть. Робопёс меня защитил. Молодчик. О, я помню это место, я здесь долго сдыхал, очень долго. Тут сейчас еще бугай будет здоровый. Зачем я в него выпустил два патрона, если одного было достаточно проверить, живой он или нет? Лысая Машуня, ай, пофиг, она все равно свои снаряды едки кидает. Блин, а я бинты не взял, да? Бинтики бы мне пригодились. Столько в шкафах бинтов видел и ни один не взял. Ну тут уже явно они не пробудятся, но контрольный на всякий. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. У тебя есть бинты? О! Отлично. Заюзаем. Что, кто, кто? Машка прибежала. А кто меня там толкает? Это ты, робопёс, толкал меня? Да. Удачно я забинтовался. 36% здоровья. Пфф, да уж. Не густо. Ключик, кстати, надо вот этот выкинуть, он мне больше не нужен. Сейчас я его тут вот положу. Вместо этого возьму бочку, которую кину вон туда. Не получилось нормально кинуть. Вообще не получилось. Я ее все равно подорву. Ой. Две бочки подорвалось. Нехорошо. А, ну это обычная бочка для... Зомби такие стояли тут за столом, грелись у бочки. Это смешно. Очень смешно. Либо тут есть люди, которых недавно пожрали. Либо зомби научились разводить костер. Слушай, ну тут нету босса, ну как бы бугая здорового. Поэтому это не то место, где я часто сдыхал в прошлом. О, бинты еще есть, бинты. Приберу. Аптечку не хочу. Хотя что я вечно забываю про свою лечебную станцию на роботе? Давай отхилимся. Вечно про нее забываю. Хм. Нифига. Нифига интересного. Где калаш? Я ищу калаш вообще-то. Продолжаем наши походные экскурсии по туннелям.
Песель, только не отставай. Я вот тут уже, пожалуй, гранату кину. Вермихол! О! А вон еще, смотри, жердяй стоит. Хорош! Ногу оторвало. Тут тупик? Блин! Фух. Выскочил. Я как бы видел его, но все равно для меня это было неожиданностью, что он так прыгнет на меня. Хотя это пакля. Че, какая неожиданность? От него надо ждать все, что угодно. Возвращаемся. Теперь пойдем сюда. Это именно та дверь, которая нам нужна. А робопес... Фух, она даже плюнуть не успела. Робопес все тащится. Очень медленный. Так, здесь еще одна укрепляющая штука. Промахнулся прям в упор. С дробаша. Да ну нафиг. Да подожди ты его. А, подожди, конечно, у него, наверное, топливо закончилось. Вот это вот я возьму. Еда нужна. Значит, топливо у тебя, наверное, закончилось. Пора тебя подзаправить, да, Пёсель? Ну да, точно. Сейчас зальем. Вот так вот. Let's go дальше. Гранатку сейчас кинем. Пофиг. Ну, пофиг. Надо подальше закинуть. А почему Машка в него кинула свой снаряд? О, вот это интересно. Может быть, она была доброй, зря я ее подорвал гранатой. Тут у нас что? Ничего интересного. Заперто. Урод, все ноги! Как они достали из-за углов высовываться. Во, вода пошла. Кстати, я тут могу воду же набирать из пластика. Хотя нет, у меня там бутылки были. Сейчас, подожди. Вот, набирай. С пластика тоже могу воду набрать. А, но она грязная, ее нужно это... прокипятить, отфильтровать и все дела. Тогда идем дальше. Спокойствие, спокойненько. Не кипишу. Да хватит мне зад палить. О, горячий парень вышел. Вообще-то ты в воде. Тебя должно было потушить. Или охладить как минимум. Мне бы поспать еще. Не помешало. Ух, как он меня обливал. Бомбанул. Чё-то он какой-то крепкий попался. Вдвоем с робопсом его еле ушатали. Вон, смотри, слизь теперь тут осталось. Обтереться. Нет, не получилось. Так, короче. Я буду спать на этом столе. Спать захотелось, поэтому придется поспать тут. Робопёс, защищай меня. В принципе, спать я тут могу хоть сколько, все равно темно будет. 7 часов, я думаю, мне хватит.